Здравствуйте на канале «Как заработать деньги в интернете». Сегодня мы поговорим о заработке без вложений. Играя на смартфоне, мы сможем зарабатывать и выводить от 3 USDT. Итак, перейдем дальше к самому заработку. Ну и как всегда, перед этим хочу, что вы поставили лайк, подписались на канал, сказать то, что вы лучшие ребята, это вообще ничего не сказать, потому что наша аудитория все растет и растет, все лучше и лучше. И я стараюсь как бы фильтровать все более круче контент, потому что вы ставите лайки, просмотры растут. Вот, если там за сутки там было 200, там 300, то уже, грубо говоря, уже будет скоро 400 просмотров за сутки. Это не может меня не радовать. Естественно, вам огромная благодарность каждому за вашу поддержку, лайки, подписку и, конечно же, за комментарии. Ну и, конечно же, хотел бы вам рассказать о своем телеграм-канале. Здесь я публикую различные способы заработка. Так что подписывайтесь, переходите и многое-многое другое. Здесь просто можно говорить очень-очень много, как видим, биржи с верификацией, без верификации, краны, кошельки и так далее. Так же самое есть проекты такие, как Кэтли, Намарт, которые дают огромную возможность нам всем платить буквально, ну, реально просто мега выплаты уже там по 20, по 30, кто-то сотнями долларов повыводил, реально без вложений, ребят. Итак, так что подписывайтесь на телеграм-канал, здесь все больше и больше различных способов заработка. Итак, возвращаемся к той игре, о которой я хотел бы рассказать, что игра, грубо говоря, играть в повара, довольно крутая, интересная, и что нужно? Сначала, как начать играть? Здесь все расписано, описано и так дальше. Нам сначала нужно зарегистрироваться на платформе Искра, вот ссылка, находим, заходим перейти, нас перекидывает вот сюда вот, и мы проводим регистрацию. Как видим, здесь все банально просто. То есть мы пишем сюда имя, full name, last name, почта, пароль, подтверждаем и display name. И как видим, можно sync up и через виз Google, то есть через гугловскую почту зайти, что естественно я и сделаю. Сейчас все это приду и пройду, перейдем уже к самому просмотру данного сервиса как Искра. Итак, справа вот здесь вот можно зарегистрироваться. Вот, создать, например, тот же самый кошелек. Нажать надо на Create Wallet. Потом опуститься ниже, нажать Start. Здесь вбиваем пароль и подтверждаем пароль. И потом нажимаем Confirm. Итак, там был секретный пароль, как всегда, как на MetaMask и так далее. Мы сохраняем, просто заскринили. И потом вбиваем сюда все по очередности вот эти вот слова, как есть. Сейчас я это все сделаю и перейдем дальше. Потом нажимаем дальше Next. И скачиваем, например, куда вам более всего удобно. То есть, например, на Android или на Apple Store. Следующий шаг, они хотят, чтобы подвязали QR-код. То есть, сделали, как мы видим, двухфакторную авторизацию, что мы, естественно, с вами сейчас и сделаем. Итак, мы подвязали, все, у нас создан кошелек. Как видите, даже адрес появился. Также есть еще один момент заработка. Вот здесь справа вверху есть Play и Daily Lucky Spin. Вот. И, грубо говоря, как видим, здесь есть различные вот награды. Мы нажимаем на старт. Раз в день можно, грубо говоря, прокручивать. Вот так вот крутим и смотрим, что нам выпадает. И вот такие вот NFT-шки может тоже выпадать. Нажимать там Confirm, если хотим сделать, заклеймить. Ну, сейчас, грубо говоря, пока не об этом. Итак, так что можем тоже крутить различные всякие плюшки здесь получать. Итак, переходим к самой игре. Так что превозвращаемся на Telegram пост, на Telegram. И, как видим, установить игру Android или ПК. На iOS пока мест нету. Итак, нажимаем на Android, перейти. Нас прикидывает, мы можем как на компьютере установить, так и на смартфоне. На смартфоне играть намного удобнее, так что что вы имели в виду, например, вот download на Google Play и ПК. Вот, и мы устанавливаем, что нам более удобно. Я пока здесь буду устанавливать на ПК. Вот такая идет загрузка. Итак, когда заполнится здесь графа, нажимаем Sync In и подвязываем все точно так же, как под почту, когда мы регистрировались на кошелек. Итак, нажимаем Sync In with Google. Итак, как видим, вот такая вот запускается реплей. Вот такой вот видосик, когда вы полностью загрузились, зарегистрировались. Самое главное, опять повторюсь, то, что делать, когда вы регистрировали кошелек. Все, в принципе, то же самое, как видим, да. Ну, немножко посмотрим данное вот видео. Якобы готовка, своеобразный ресторан.
Мы будем сейчас это все делать и, естественно, зарабатывать с вами. Зарабатывать мы будем криптовалюту Клей, будем выводить ее на биржу Binance, все это делать с вами. И, естественно, можно играть и зарабатывать все это без вложений. Что это очень-очень важно, потому что, как-никак, будем сейчас все расскажу и покажу, как это все делается. Итак, будем мы начинать с первого такого вот ресторана и будем двигаться слева направо, открывать различные рестораны. Также внизу вот видим, есть такой вот как бы телефон, да, который за выполнение задания мы тоже будем получать. Видим, вот есть такие токены Candy, мы будем их Candy обменивать на криптовалюту Клей и в Клеях, естественно, выводить. Также есть вот этот ивент, естественно, он там стоит определенных средств. Я его не покупал, и мы будем играть и зарабатывать без вложений. Ну, вот такая вот, видим, как бы нужно выполнять различные вот задания, да, видим, можно выбирать, что там лучше, кого хотим и так далее. Потом, смотрите, есть здесь еще такой момент. В левом низу, вот здесь журнал такой вот нарисованный, и вот это все будет открываться, я тоже вот только-только начал, но игра платит, это правда, вывод сам видел. Итак, как видим, за то, что мы каждый день будем заходить, различные вот такие вот плюшки будем получать, да. Плюс можем открывать магазин, то есть прокачиваться. Ну и как играть и как зарабатывать. Смотрите, нажимаем на стейк и идет загрузка. Как мы видим, здесь есть различные вот способы. Для вывода тоже нужно будет мастер вот этот вот прокачивать, ну чтобы знали. Нужно будет покупать в магазине, там где я показал, что проходить все более уровни, будут все усложняться. Как видим, вот есть, можно прокачиваться. Самое главное, здесь нужно еще держать баланс. То есть и кэнди, чтобы оставались для дальнейшего прохождения, и для вывода. Тобто вот такой вот баланс нам нужно будет постоянно ловить. Грубо говоря, мы нажимаем вот сюда, и как видим, есть различные вот такие вот штуки. Вот, например, купили, прокачались, да. Вот, нужно подождать некоторое время. Потом здесь тоже можно, например, взять, прокачаться. И таким вот образом мы прокачиваемся вместе с вами, вот, для улучшений и для того, чтобы все более и более профильнее. Так само, например, можно покупать вот для интерьера, для нашего ресторана, чтобы ожидание клиента немножко дольше задержалось, да. И таким вот образом все лучше и лучше мы будем с вами делать. Вот, места для тарелок увеличил, для гриля, и нажимаем Unbox. И как видим, окей, и уже количество тарелок уже лучше. Итак, теперь покажу, как играть. Нажимаете на левел, нажимаете на галочку и на вот эту вот энергию. Энергия со временем пополняется. Итак, в левом углу у нас есть мясо, мы его таким вот образом нажимаем. Справа есть тарелки, мы их тоже выставляем. Как видим, вот тоже набирается. Будет все больше и больше ингредиентов и все больше и больше будет увеличиваться, скажем так, сложность. Но все это реально. То есть, как видим, да, вот. Он что-то хочет, мы типа вот так. Вот, и все, деньги получили, он пошел. И таким вот образом, как видим, здесь есть количество посетителей, да. Вот, и вот, так, соус, стакан с водой, покушать, все есть. Все, деньги она оставила, и таким образом проходим. Самое главное еще зарабатывать вот эти вот звезды, для того, чтобы продвигаться все дальше и дальше. И здесь нажимаем на стрелочку и делаем дальше. Как видим, еще открывается все больше и больше различных всяких таких штук. Так, теперь что касается вывода. Вы нажимаете сюда на клей. И здесь, как видим, да, можно, например, куплять, пополнять и так дальше. Ну вот, если на кошелек, мы здесь вбиваем количество вот этих кэнди. Но чтобы минималку вывести, нам нужно вот этих вот кэнди, ну, где-то примерно 300-400, ну и плюс запас. Грубо говоря, насобираем 500, и тогда можно их вывести себе на кошелек, где мы регистрировались. Они здесь у вас отобразятся, и точно так же потом уже можно будет вот это вот все сделать. Как, например, сюда закинуть клей вот этот вот, чтобы потом кэнди, которые здесь отобразятся внизу, обменять. Мы нажимаем на Receive. Вот, и здесь сейчас это вот есть этот адрес, вот он выбился, да. Мы его копируем и, грубо говоря, на этот адрес клей выводим. То есть нужно пополниться, одного клея достаточно для дальнейших выводов. Что хотел бы еще добавить, то что можно выводить с Binance. В принципе, на этом все. Спасибо всем за внимание, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Я думаю, видео для вас было все-таки полезным. Всем пока, хорошего профита.